Итак, дорогие друзья, программа номеров нашего яркого и эмоционального финала подошла к концу. И мы начинаем вторую часть финала шоу «Таланты». Причем самую волнительную часть. Ведь именно в эти минуты наше жюри ответит на главный вопрос проекта. Кто станет победителем в своей номинации? Кто окажется самым талантливым вокалистом, танцором и представителем оригинального жанра? Немного терпения, друзья. Второе отделение нашего финального концерта откроется еще одним экспрессивным и неожиданным выступлением.
Великолепная и талантливая министр культуры Республики Крым Арина Новосельская. Только сегодня за роялем в финале шоу «Таланты». Добрый вечер, Вильдан. Добрый вечер, дорогие телезрители. Я весь проект очень внимательно наблюдала, следила за участниками, как много талантливых людей проживает в Крыму, участвует в нашем замечательном шоу «Таланты шоу». Это проект, который не имеет аналогов. Такого проекта в Крыму никогда не было. Главным призом от Министерства культуры станет участие победителя в любом выбранном шоу, проходящем на территории нашей страны. Этот приз мы вручим в новогоднюю ночь. А выберите этого счастливчика, дорогие телезрители, именно вы. Телефонным голосованием вы сможете отдать свой голос за вашего фаворита. Как именно это сделать, вы узнаете сразу же после нашего финального концерта.